Так, украшаем тортик. Потому что у гонщика день рождения. Мы его будем угощать вот таким вкусным-вкусным тортиком. Собираем тут вот клубнички, вишенки, зефирки, апельсинки, зайчики даже такие смешные зайчики. Ну, давай мы на другой кусочек положим, а то на этом кусочке вот нету. Вот сюда. Вишенка, киви. Какая-то палочка, наверное, вкусная очень. Так, еще апельсинка. Вот сюда, давай вот мы положим вот сюда. Ну, чтобы на каждом кусочке было по крему воздушному. А вот на этом нету, нету на этом. Вот, теперь на каждом есть. Давай мы, что мы? Вот такие киви. Так. И сюда киви. Молодец. Ну, зайчиков, давай, зайчиков еще. Куда мы? Где мы зайчиков? Тут уже есть зайчик. Сюда зайчика, давай, вот так вот мы повернем. Ну, давай мы оставим тут место для свечки. Нам же еще свечки надо вставлять. Вот, давай. Клубничку. Вот сюда клубничку. Ой, а сюда что мы еще положим? Апельсинку. Какой вкусный кусочек будет, да? Так, а зайку мы куда еще? Давай мы зайку, наверное, вот сюда еще зайку поставим, да? Вот, и вот у нас такая табличка с днем рождения. Happy Birthday. Куда же мы ее? Давай мы, наверное, ее вот сюда вот поставим. Нет, а то нам сюда свечку поставить некуда будет. Ты все дырочки занял. Давай. Сюда мы. Куда мы? Куда же нам переставить? Давай вот сюда ставь. С днем рождения. Вот. С днем рождения. Зайчика мы, наверное, вот киви сюда поставим. Киви сюда. О, уже появилась первая свечка, видите? Теперь вторая свечка. Синенькая. Сколько же лет у нас гонщику? 2 годика уже есть, да? Давай. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, 5 лет гонщику. Ну, клади. Ну, вот, где дырочки тут есть. Вот так, да, вот так. Опана. О, сюда. Опана. Еще. И еще Еще барсет. большая свечка. Ну давай большую свечку. Свечка. Сейчас мы повернем апельсинку и сюда поставим большую свечку такую. Все, тортик готов. Да, у нас большая свечка. Вот может. Как она у нас работает? О, как красиво, да? Ну давай включим, покажем, как она у нас работает. Вот какой у нас тортик. Гонщику понравится такой тортик? Да, наверное, понравится.